Позвольте мне, уважаемые жители Ульяновской области, по поручению депутатов Законодательного собрания, а в частности Комитета по природопользованию, экологии и окружающей среды, поздравить вас с наступающим Новым годом. Знаете, очередной Новый год определен прежде всего нашими ожиданиями. Ожиданиями добра, счастья, свершения наших надежд. Ну, прежде всего, конечно, его хотелось бы назвать годом победы. Чтобы вернулись наши бойцы с победой. Чтобы, в конце концов, наступил мир, который нужен нам. Чтобы произошли те свершения, которые определены историческим выбором нашего завтрашнего дня. Но, бесспорно, без личных ценностей, дорогих ценностей, семейных ценностей нет счастья. Государственные задачи, они имеют важное значение. Но семья – это ячейка общества. Так говорили раньше, так говорим сегодня. И я уверен, что мы будем говорить завтра. Поэтому семейного счастья, семейного благополучия, семейных надежд. Встретить Новый год в кругу семьи, порадоваться семейным ценностям и верить в них, и верить завтрашнего дня нашего великого государства России и нашей любимой Ульяновской области.